Как тебе сегодняшний матч? Напряженный, очень напряженный. На одном дыхании смотрел. Что вам не хватило в первом тайме? В первом тайме, ну, как будто бы, знаешь, команде не хватило вот этого всплеска эмоций. То есть, ну, как будто бы мы в раздевалку достались, поэтому у нас что-то не получалось. Первый тренер так нам дал небольшой втык, и мы вышли и доказали, что мы достойны финала. Когда уже будешь в основном составе? Слушай, это трудно вопрос, честно мне сказать. Просто, опять же, у меня нет желания играть, потому что вот я выхожу на поле, я вижу профиков, полупрофиков, и ну, против них я не хочу играть. Не хочется играть против таких же медийных чуваков, как я сам. Спасибо.